Стандартный браузер, который установлен в Windows 7 по умолчанию, это Internet Explorer 8. Его настройку мы сейчас произведем. При первом запуске браузера вам будет предложено настроить основные параметры. Здесь вы можете включить или выключить веб-ускорители и выбрать поставщика поиска по умолчанию. Эти настройки выполняются по собственному желанию. Для ускорения работы мы рекомендуем отключить веб-ускорители. Первое, что мы сделаем после первоначальной настройки, это увеличим рабочее пространство. Для этого кликните по кнопке «Сервис» и выберите пункт панели. Предварительно отключите панель избранного и строку состояния. Кроме того, этот браузер также поддерживает работу в полноэкранном режиме, и для перехода к нему также используется клавиша F11. Кроме того, при использовании полноэкранного режима можно также использовать адресную строку, строку поиска и оперировать вкладками. Для этого достаточно только подвести указатель мыши к верхнему краю экрана. Работать в полноэкранном режиме в этом браузере очень удобно. Одной из важных возможностей Internet Explorer 8 является поддержка функции предварительного просмотра в панели задач. Наведя указатель мышки на значок приложения в панели задач, можно легко просмотреть названия всех открытых вкладок и сразу перейти к нужной. Также этот браузер поддерживает работу со списками переходов, так что можно легко закрепить ссылки на любимые сайты и переходить к ним прямо из панели задач.